Всем грибной привет! Раннее-раннее утро, на улице темно, но мы ищем грибы. Уже даже что-то нашли. Классно здесь, гуляем. Находимся мы в дубах, и опять эти места радуют белыми грибочками. Видите, какие хорошие они. И мы будем здесь также искать сыроежки. Лисички здесь у нас попадались все время. Ну и, может быть, уже пошли какие-нибудь подберезовики или подосиновики. Лес шикарнейший. Конечно же, до сих пор еще есть слизни. Вот, никуда без них. И они отведывают белыми красивыми грибами. Вот. Очень хороший гриб, но облюбовали его слизни. Но ничего, им есть еще что покушать. Вот. Нам как бы тоже. Но мы-то приехали за грибами. Вообще, да? Меня белые вообще, я не знаю почему. Раз на раз не приходится никогда. Беленький гриб. Посессию сделать. Обязательно. Для мамочки. Боже, я как краса. Здесь нужен-то. Ну да, я тоже так думаю. Он, видите, уже такой. Лисички никуда не деваются, встречаются, но здесь не так часто, как в сосновом лесу. А это мы сейчас, напомню, находимся в дубовом лесу. У нас эта лисичка настоящая, самая настоящая, вот она начинает немножко портиться. Но только поверхностно. Да, видишь, что это единственное такое место, где дубы и много лисичек. Штатив, а то я под телефон хочу себе. Понял, почему мы смеемся? Да. Эти два. Ого! Ну? Это ж надо, это же вообще... Это же, я не знаю, конечно, чистые они или нет, но это ж красота-то какая. Вот это, наверное, большой уже чуть-чуть погибший, но все равно класс. А еще рядышком совсем бочоночек. Ой, они... что тут? Вы нашли 6 грибочков на одном месте, да, получается? А, уже 7. Угу. Да. Значит, следующая у нас полянка. Вот раз, два, ух ты, они маленькие какие, 3, 4, пятый я вижу, 5, 6, вот какой красавец, и 7. Вот такая за нами местность. Такая очень чистая, травы нет, нет каких-то зарослей, да. И вот таким вот образом и хорошо растут грибы. Вот. Один. И вот рядышком же еще один. Вот 2 белых рядышком росли.
честно скажу, когда мы приехали в лес, мы вообще не ожидали, что мы здесь найдем такое количество и такое разнообразие грибов. Особенно, что будет столько белых и что будут лисички, потому что жара и засуха стояли очень длительное время. И дожди идут только эту неделю. То есть прошло уже 5 дней с момента хорошего дождя в этом регионе. И грибы. Второй малыш. Еще один есть, там, да? Да. Сейчас мы его я посмотрим. Могу вот, ну, так показать или как? Не знаю. Без ножки ничего ты не скажешь. А, не скажешь, да? И здесь ножки нет. Он хороший. Хорошие, да, они хорошие. Да. Ну, я думаю, что зернистый, вот он очень похож больше. Да? Но то, что масленок, точно, да. А зернистый, это когда на нем молочко выступает, нет, да? И на том, и на том выступает. Там не молочко, там такая вот водичка выступает. А у зернистого на ножке нет колечка никогда. Ага, да, все, я помню его. Зеленая. Я не видела. Нет, просто зеленая сыроежка обычная. Причем, а, кстати, обычная? Не червивая. Она тоже, кстати, хрупкая, зеленая эта сыроежка. Но не такая хрупкая, как все остальные, как розовые, красные. Вот. Я такие вот я беру. Находила... Два малюсеньких, хорошеньких. Таких, ух. Душа развернулась и свернулась. О, раз. Два. И здесь еще какой-то хорбик был. Сейчас посмотрим. О! Третий вот. Лечок переросток. Вот там ну, под низом вообще черное-черное. И мошки над ним уже. Да. И воняет от него ужасно вообще. Запах отвратительный. Я после ковида не слышу ничего. А размер? А у меня болело ковидом. Нюх не пропал. У меня не просто пропал, у меня через полгода завоняло мне все так, что я, да, с ума схожу. Да, здесь, конечно, очень хорошо. Вот. Такой как бочонок прям. Ну, их слизни сейчас кушают. Ничего ты с этим не сделаешь. Вот такие количества слизней. Корзинка у меня очень наполнена, я считаю. Здесь и белый гриб, и лисички, и пару сыроежечек у меня есть. Вот это всего за пару часов. Очень мокро. Мы все мокрые. Ноги тоже мокрые. Но мы очень довольны. С уловом можем отправляться в